Savior. Спаситель. Monster. Ну, мы этот ролик уже видели, поэтому пропустим. Итак, у нас загружается. Всем привет, с вами Фликер. Уже многие, наверное, затаили дыхание и думают, что это, неужто это Injustice 2 для мобильных устройств? Да, дорогие друзья, это именно она. Что ж, погнали? Вау! Привет, красотка, блин! Хей, ты хочешь мою маленькую чего-то-чего-то? Ну, бейсбольную биту она имеет в виду. Так, давайте что-нибудь нажмем, как она красиво исчезла. Тапните по центру. Хорошо, я тапаю. Прикольно, теперь свайп. Прикольно, теперь назад. Ну, наконец-то мы можем теперь двигаться назад. Прыжок теперь у нас есть. Подкат. Ну, это подножка была. Блох. Вау. Серьезно, детка. Хорошая работа, красавчик. Все твои враги твои. Что будем делать? Все, типа, поиграл, Фликер, давай отбой. Вау, это же у нас грот, насколько я знаю. Причем несколько гротов. Полегче, полегче, грот. Ну, пока не могу вам сказать по движнику, что как вообще. О, гроты, вас очень много. Нажмите на... О, вау, то есть... Справа от нас теперь не шкала, так скажем, нашего противника, а вот всякие такие прикольные штучки. На тебе еще разочек, не ожидал, да? А теперь нажмем на Харли и будем ей фигачить. Блин, мне, честно говоря, графончик ничего так нравится, прикольно. Не как в Мартухе, определенно чувствуется какой-то Unreal Engine 4, может быть. Ну, на самом деле, не знаю. Так, назад. Ого! Ути-пути, какая ты красотулечка. Да, здесь уже по движениям, конечно, прибавили. Это прям большой плюс разработчикам и большой палец вверх от меня. Что ж, давай отправимся в магазинчик и что-нибудь прикупим тебе, красавчик. Она мне говорит. Итак, что это такое? Геройская грудь. Честно, сколько я помню, это грудь или что-то типа того. Нажмите, чтобы анлокнуть. Кто же здесь нам попадется? Давайте купим. И... Что-то звуков пока еще немного добавили. Вау. Это у нас чудо-баба. Прикольная она такая. Знаете, как будто немножко дорисовки не хватает. Одна звездочная. Вот так вот. Теперь у нас здесь еще многозвездочные будут персонажи. Прям интересно стало. Короче, добро пожаловать в наш прекрасный магазин, здесь ты можешь купить всякой фигни, и в том числе героев, она мне вот так говорит. Отлично, мы немножко энергии взяли. Ага, я вижу, у нас есть энергии, есть кредиты и всякая фигня, а здесь детали, давайте посмотрим, 5000 и 45 тысяч. Здесь что у нас? Ага, понятно. Сюда давайте зайдем. О, нет, это мы не будем. О, наши персонажики. 5 Бэтменов, что ли, могут дать? Зеленый фонарь и Горилла Грот. Тут, смотрите, их тоже несколько видов. А где вообще можно всех персонажей посмотреть? Инбокс. Сообщение «Welcome to the Injustice 2, чувак». Ты молодец, очень крутой. Так, сеттинг, давайте посмотрим. Sound Volume, Music Volume, Damage Numbers, все включено. Диагностика, давайте Home вернемся. Итак, значит, у нас есть компания, арена пока закрыта, лига тоже закрыта, история тоже закрыта, тренировочные миссии, операции и челлендж будут в скором времени. Что ж, давайте отправимся в компанию и глянем, что у нас здесь есть. А, Heroic? Нет, не могу нажать. Короче, старт. Будем изучать вместе с вами, дорогие друзья. Вау, Горилла Грот. Ну, графончик, не могу пока сказать, что шикарен, но и неплох. Могу вам так сказать, нам нужен третий чувак. А третий чувачело у нас будет наша прекрасная... Я нажал на нее. Все, отлично. Чудо-женщина. Или чудо-баба. Файт. Здесь у нас энергии дается определенное количество. То есть, если в Mortal Kombat X там было сколько-то ячеек, то здесь у нас немножко другая система и, скорее всего, взята уже... от каких-нибудь
«Марвел Битва Чемпионов, куда пропал звук, а?» «Где звук? Я не понял». «Звука нету, what a fucking shit, блин». Грот, успокойся, мужик, мы же с тобой только встретились, вот...» «Ага, звук появился». «Так, пока мы всех тут делаем вообще...» давайте вот второй. Ага, оглушение какое-то сделало. Воу-воу-воу-воу, тихо-тихо, давайте выберем нашу... Ага. Хотел выбрать чудо-женщину, но он мне не дал. Пока мы собираем прям по чуть-чуть вот этих кристаллов, и, скорее всего, можно будет войти на WB Play и, конечно же, заработать дополнительные, может, какие-то кредиты и, естественно, свою учетную запись зарезервировать там. Так, тут у нас, вон, смотрю, всякие чуваки. Что, следующую? Ага, пока нельзя. Надо стартовать против вот этих. Итак, здесь у нас женщина-кошечка. Блин, мне не нравится то, что у нас звук куда-то пропал. И чуваки какие-то непонятные. Давайте файт. Вот, видимо, первый лаг и баг данной игры. То есть куда-то делся звук. Куда? Непонятно. Мистика. Ну, пока меня все радует. То есть отторгательств никаких нету. Большой плюс то, что у нас помимо вот этих обычных тапов есть, значит, движение вперед, назад, 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 я сказал, чувак, вот назад, теперь вверх, то есть с прыжка мы можем вот так вот сделать. Значительно больше приемов теперь у нас в нашей амуниции, так скажем. Блин, куда звуки пропали, а? Я не understand прям. Мне это не очень нравится. Вот базар я твой слышу, давайте нашу чудо-бабенцию вызовем. Воу-воу-воу-воу-воу, давайте вот первый приемчик. На тебе! О. Прикольная баба. Отлично, континуя. Что ж дальше нас ждет? Блин, мне определенно не нравится то, что со звуком творится. Давайте мы что-нибудь сделаем. Попробуем выйти из игры и перезапустить, и потом продолжить. Может быть, звук появится. Итак, значит, у нас вроде появился звук, не знаю, музыку, по крайней мере, я слышу. И наша прекрасная Харли говорит нам, типа, вот зайди в Objective, и что-то тебя здесь ждет. Ага, здесь у нас, значит, награды. Всякие, давай, давай, родная, взять. 10 чертежей или чего это? Персонажи, короче. Угу, 50 кристальчиков мы получили, клево. Что ж, так, еще что-то Objective осталось. Ну-ка. Ага, клайм, еще 50, отлично, мы можем еще одного героя открыть, я так полагаю. Давайте отправимся в стор. Итак, Silver Chest, Gold Chest, здесь что у нас интересно? Короче, здесь вы можете получить героя, including шанс в... А, есть шанс получить золотую карту. Давайте мы пока не будем тратить, вот реально попробуем еще побиться немножко, и может быть потом мы... Получим еще одно. Так, я не понимаю, почему я вот только могу... А, здесь третья битва у нас сейчас уже. И против кого же мы будем биться-то, скажи мне. Ох, жестко, ты кто такой вообще, а? Ладно, давайте отправимся в битву. Ну, здравствуй, чувачок. Ох ты, блин, мне нравятся определенно новые локации, это очень круто. Так, давайте вот так вот тебе сделаем, а теперь сверху так, на тебе, мужик, на, на. Во-во-во-во, теперь, оп, оп, тихо-тихо, я тебе вот так сейчас сделаю. Что это за демон такой? Блин, как он жестко говорит-то. Вот, наконец-то, у нас звук и появился. То есть, надо было перезапустить игру. Это глюк, скорее всего, из-за того, что все-таки это бетка какая-то. Так, давай, наша родная. Давай, с прыжка его, на. Оп-оп-оп, куда? Чего? Ты зачем меня так жестко? Все, отлично, завалили. И опять куда-то у нас звук пропал. Это, конечно, глюк. Это глюк, дорогие друзья. Не очень приятно, честно. И устройство, кстати, очень греется. Буквально за 7 минут вот игры у меня уже нехило так оно согрелось. Можно отопление выключать. Ого! Против у нас флэш. Блин, а флэшек ты вообще подрос, подкачался, чувак. Я определенно хочу открыть себе флэша. Мне он нравится. Мне кажется, здесь персонажи будут отличаться по звездности. То есть, допустим, однозвездный, у него никакой экипировки нету. Двухзвездный, там еще что-нибудь изменилось в его костюме.
5-звездный там вообще, наверное, я не знаю, в металлическом обмундировании и так далее. А нет, звук у нас все-таки есть. Привет, Барри, как жизнь, чувак? Такой танцуешь ты, воу, Грут появился, а я могу Харли вызвать. Не ожидал, да? Грут, успокойся. Так, давайте попробуем вот так вот. Вот так я сказал. На, прикольно, прикольно, мне нравится. На тебе, чувак. Отлично. Оп. Тихо, тихо. Тихо, тихо, мужик, успокойся. Че ты на меня лезешь? Смотрите, какая-то там шавка появлялась. На тебе. Во-во-во-во-во. На. Блин, прикольно, и базарит она нормально. Так, давайте вызовем нашу женщину-чудо, чудо-бабу. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Блин, прикольно, прикольно, ты чё творишь? Флэш, успокойся. Блин, он вынес мою красотку. Но ничего, у нас Харли, по крайней мере, есть, и она, так скажем, наваляла Флэшику. Движемся дальше, конечно, хочется еще 50 алмазиков получить и открыть какого-нибудь золотого, может быть, персонажа в крутом обличии. Я не знаю, конечно, он здесь есть или нет. Но пока мы вот на этой площадке боремся. О, киборг. Чё-то ты мне не очень нравишься, но придется тебе навалять, дружище. Ты встал не на ту сторону. Загрузка идет достаточно долго, дорогие друзья. Но ничего, ожидание как бы радует. Ух ты, жестко, ты можешь тоже летать, да? Слышь, ты заключенный, тебе пора в камеру. Ты че отбегаешь от меня, а? Так, а интересно, если сделать вот тоже назад... Не-не-не-не, слышь? Во-во-во-во-во-во, тихо-тихо, Грот, успокойся. А, это шаман-горилла вообще, это, скорее всего, серебряный какой-то персонаж. Или, по крайней мере, здесь, наверное, однозвездочный. На, вот так вот мы можем еще и бросаться всякой фигней. Вот так быстро мы его и завалили. Архам Асалум. Кстати, смотрите, по-моему, здесь Готэм. Я, конечно, не знаю, какой сюжет будет в Injustice 2 на консолях и ПК, но мне кажется, что-то интересное приготовили для нас Netherrealm Studio. Итак, 6-я битва, и сейчас мы, скорее всего, будем биться против Харли. Вот единственное, я пока не нашел, где типа написано, что и сколько битв. Итак, Modifiers. Наверное, Chaos Player Heroes Tag in Random. А это что такое? Непонятно. Давайте, короче, поборемся. Все-таки, смотрите, мне кажется, там побольше персонажей, чем у меня сейчас будет. Но мы это процедуем. Ну здравствуй, заключенный, ты снова выбрался из своей камеры. Не, нельзя так делать. Ага, все понятно, короче. Теперь в банде можно и по двое чуваков тут, я так полагаю, делать. Смотрите, прикольные какие-то гиены, что ли, вылезают. Ух ты, не дал мне! На. Ой, зачем я так сделал-то? Блин, честно говоря, подождите, я пока не свык. А, у нас здесь это... Вау, прикольно. Что я сделал? Здесь вообще какие-то сумасшедшие, честно говоря, приемчики. Ты че, мужик? Тихо. Харли, я знаю, ты крутая баба. На, ну мне нравятся определенные его приемы. Интересно, здесь будут какие-нибудь... Типа X-Ray, там, что-то в этом роде. Давай, вообще комбо можно крутые мутить. Не-не-не-не-не-не, я не хочу вот эту фигню твою. Эх, блин, Харли, вот куда ты убежала от меня? Не-не-не-не-не-не, тихо-тихо, роднулечка моя, зачем ты так меня жестко стреляешь-то? И давай, вот этот прием, ну, чё ты, Бэтмен, тупишь, а? Отлично, 3 звезды мы получили, я надеюсь, нам дадут сейчас какого-нибудь... Золотого персонажа, а точнее, там, 3-звездного или лучше 5-звездного. Но они, наверное, очень редкие. Итак, у нас следующая сюжетная линия, но мы ее, скорее всего, будем проходить уже в следующем видео, дорогие друзья. Давайте перейдемте в бэк. Мне хочется, конечно... О, тренинг мишн операции. Что за операции? Блин, хотел только что с вами попрощаться, но думаю, что нужно еще
посмотреть, что у нас есть здесь. Итак. I sing you to team. Нельзя, да? Почему-то нельзя. Селект герой А. Апгрейдить. Нет, я не хочу апгрейдить, потому что мне эти кристальчики нужны. Training missions. Давайте зайдем. Глянем, что у нас здесь есть. Итак, experience. Какой-то not available. Сейчас недоступно, недоступно, недоступно. Ну, а вот это, скорее всего, мы ее проходили. О, здесь уже несколько есть. Давайте посмотрим, что тут у нас. Итак, неплохая битва. Причем они помощнее меня будут. О, привет, Аквамен, как жизнь, мужик? О, блин, тихо-тихо, ты что творишь-то, а? Мы ж друзья, мы ж заодно эту боремся. Я тебе сейчас покажу, блин, на. Блин, мне определенно нравится, здесь можно нормально так комбо комбинировать. Комбо комбинировать. О, привет, красавица моя. Супергёрл, блин. Глупая женщина, ты что творишь? Чуть не завалила меня, а? На, опа, одну вынесли, и тебя мы вынесем. Чего? Конечно, губы у них так и не двигаются. О, женщина против женщины, нет. Давайте другую женщину выберем для этой женщины. О, отлично, пирожочек тебе. Вот так вот оглушили мы эту дурочку. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Поаккуратнее, поаккуратнее. Вот тихо-тихо-тихо. Вот это было быстро. Фух, я думал, меня завалят. Пока что мы побеждаем. Not bad, not bad. Честно говоря, что-то мне кажется в графике не хватает. Возможно, на более крутых устройствах, там iPhone 7 Plus, например, там будет что-то покруче, но... Так, Mission Remaining. О, у нас доступна теперь вторая миссия, что тут у нас есть? А здесь, скорее всего, уже персонажи помощнее. 10564, офигеть. Не, против него я пока биться не смогу, он меня завалит, это стопудово. Мне как-то надо прокачивать своих персонажей, давайте перейдем куда-нибудь назад. Так, здесь у нас ничего не открылось? Нет, ничего не открылось. Objective вот есть. Давайте клаем немножечко, кредитиков соберем. Отлично, больше ничего тут нет. Ну ладно. Сюда, о, отлично, нам какие-то еще чертежи дали или чего-то, чего-то, 15 для нашей Харли Квинн. Так, еще тут что-то есть, немножечко того самого, кредитиков, и еще, отлично, я думаю, что сейчас можно попробовать уже открыть какого-нибудь серьезного персонажа, ростер. Что здесь у нас? Угу, а вот и все персонажи. Смотрите, трехзвездный Бэтмен. Можно на него посмотреть? Давай, загрузись. Не показывай мне пустоту. Вау, прикольно. Уже в броне в какой-то. Трехзвездный. Блин, чуваки, здесь много всего интересного. Флешек, смотрите, есть. Какой у нас тут флешек будет, мне интересно прям. Ух ты. Шустренький такой. Тоже трехзвездный, ладно. Давайте глянем, кто тут еще. Зеленый фонарь, вот это интересно. Что ты тут у нас скажешь нам? Ну, такой, знаете, нормальный. Прикольно, а увеличить можно? Нет, увеличить нельзя. Ладно, движемся дальше. Что у нас и кто тут у нас? А, вот, что нам дают, кстати. Вот у нас... Кэтвумен, и уже 10 как бы чертежей есть данного персонажа. Харли Квинн, смотрите, какая прикольненькая и миленькая. Ну-ка глянем на нее поближе. Честно, я теперь не могу оторваться от этой игры. Блин, она действительно симпатичная. Вот это вот Харли Квинн, блин, реально. Если же сравнивать с первой частью Injustice и последней Харли, которую туда добавили, она ужасная, ужасная. Так, кто тут у нас еще есть? Дэдшот... Есть вон Green Lantern. Какое интересно. Музончик, кстати, точно такой же. Ну, обычный какой-то. Я бы с прической с его что-нибудь сделал. Потому что не очень, не очень. Надо было его постричь покороче. Что ж, давайте отправимся, наверное,
в... Почему он мне говорит ростер? Опять. Может, у меня кто-то тут готов к действиям? Или давайте, может, Бэтмена прокачаем? Что ж, ждем. Итак, ну-ка. Ага, то есть мы потом можем снаряжение какое-то зафигачить. Давайте клоузнем. Apple XP капсулы. Ага, вот она, XP капсула у нас, и мы можем ее применить для того, чтобы поднять немножко левачок нашему Бэтмену, а левел у него 5. То есть тоже уровни здесь будут также подниматься. Ладно, мы это пропустим. Нужно отправиться домой и, конечно же, в магазин. Хочу уже что-нибудь купить. Объектив опять. Давайте все-таки в магазин и прикупим сейчас себе gold chest. Мафака. 150. А давайте, знаете что, отправимся в back. Home. И может быть мне здесь еще 25 вот единичек дадут. Где тут у нас награда наша? Эх, нет, не дали. Дали 5 чертежей для нашей кошечки. Ну что ж, все равно мы сейчас откроем одну золотую колоду, наверное. Будем ее так называть. И посмотрим, кто здесь нам выпадет. Ты можешь взять карту героя и редкий шанс получить золотую карту. Потратить. Ну, я очень надеюсь, что здесь кто-то будет действительно интересный. И... Ага, все понятно. Короче, здесь вот даются как раз вот эти чертежи. Будем их так пока называть, потому что я еще не знаю как. Финиш закончить. Когда вы накопите данные чертежи, вы откроете того или иного персонажа. То есть здесь у нас нету золотого персонажа, серебряного и так далее. Что ж, объектив опять у нас... Что тут у нас появилось? Немножко кредитиков можно взять. И нужно посмотреть, наверное, что у нас в этих вот ящичках за кредиты будет. Вот Silver Chest. 5000. Давайте глянем. Мне просто интересно. Да, потратить. И что же здесь нас ждет? Какая-то фигня. Непонятная. Ладно, финиш. Отлично. Очень долго все грузит, хочу вам, дорогие друзья, сказать. Ростер инбокс. Что-то мне тут опять разработчики написали. А, добро пожаловать в Injustice 2. Ну, это я читал. И что мне нужно? Что с тобой нужно сделать мне, чтобы ты у меня пропал? А, все понятно. Удалить. Ну, давайте мы не будем удалять. Я потом перепрочту, переведу на русский язык и гляну, что это такое. Так, ростер. Что здесь у нас? Угу. То есть здесь есть 5 классов у нас. Киборг у нас относится к тому классу. А я не хочу. Так, все. Угу. То есть Бэтмена мы можем прокачать как-то, наверное. Сейчас зайдем и глянем, что это за фигнюшка такая, которую нам дали. Итак, таланты. Угу. 5000 unlock. Ага, пока не могу. Статусы. Во, смотрите, можно прокачать Special Moves. Когда он будет у нас трехзвездный, еще что-то откроется интересное. Так, максимально это. Давайте прокачаем, проапгрейдим. Да, конечно. И это тоже проапгрейдим. Отлично. И можно еще применить капсулы какие-то. Во, они у нас появились, эти две капсулы, и можно их использовать. Но я думаю, что можно, проходя просто задание, повышать левачок нашему Бэтмену и вообще любому персонажу. Ну что ж, на этом мы закончим данное видео. Надеюсь, оно было действительно для вас полезным, дорогие друзья. С вами был по-прежнему Фликер. Ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на мой игровой канал, делитесь видео с друзьями и не забывайте оставлять комментарии. Всем пока!